На прошлом занятии мы с вами немножечко познакомились с КР стратегическими представлениями о том, что такое К-стратегия, о том, что такое Р-стратегия. И вот теперь внимание, важный момент, пока вы еще не устали. Значит, мы с вами на занятии как заходили на К-Р-стратегию. Вот исходный пункт, какой был? С чего мы начинаем? Со скорости размножения. Мы смотрели, если размножаются быстро, то это кто? R-стратегия. Если медленно, да. А обычно биология заходит с другой стороны. Заходит с стороны степени специализации. Если высокоспециализированный вид, то это К-стратегия. Если низкоспециализированный, близко к маргинальному, R-стратегия. Отлично. А теперь давайте подумаем. А представление о К-стратегии применимо только к животным или вообще ко всем живым существам? Ко всем. Самое R-стратегичное из всех живых существ нашей планеты. Нет, бактерии, конечно. Ну, мы с вами составляли последовательность, показывающую, с какой скоростью вообще не умеет размножаться. Да? Чудовищная скорость. Вот бактерии просто до максимума выжимают все, что можно, из R-стратегии. Отлично. А как, по-вашему, среди растений можно найти свои К-стратегии, свои R-стратегии? Растения? Да. Да, конечно. Вот хотя бы пару слов о том, как устроена растительная часть сообщества, любого. Как вы думаете, это вообще вещь 25-я или основная? Основная. А почему основная? Потому что... Подумаешь, морковки какие-то. Кислород тут не питаются, а дышат. Разница принципиальная. И далеко не все, а только аэробы. Так? Значит, вы считаете это важным? Растения – поставщики кислорода. А что еще? Ага. Так это же на суше единственные поставщики пищи. Это основа любого сообщества. Во всяком случае, сообщество пастбищного типа. Кстати, а можно ли представить себе какое-нибудь сообщество, которое обходится вообще без продуцентов? Можно. Можно. И более того, мы такие сообщества упоминаем. А птицы, которые рыбами питаются? Так, стоп. А рыбы чем питаются? Нет, ну, именно. Нет, нет, нет. Может, паразит? Это вы берете вещь совершенно запретную. Вы берете кусочек сообщества, вырезаете маленькую его часть. Определение-то у нас было системы видов, обитающих на одной территории, связанных взаимоотношениями. Отлично. Рыбы-то как живут? Сами рыбы есть должны, либо других рыб, либо рачков. Да? Отлично. А рачки чем питаются? Либо другими рачками, либо... Вот. Значит, с чего начало-то все? Растение. Все равно с лобуса. А паразиты? Паразиты. Ну, паразиты питаются живыми существами. Они чем питаются? Нет, ну здесь все взаимосвязано. Ага, отлично. Хорошо, а какая средняя глубина мирового океана? 3000 метров. Считается, ну, 3,5. Так? Значит, разумеется, есть впадины, есть горы. Ну, вот средняя глубина ложа мирового океана 3 километра. Отлично. Поверхность дна. Как по-вашему, объем мирового океана заселен равномерно? Нет. Нет. Где максимальная плотность жизни? Ближе к поверхности. Ближе к поверхности. Почему? Солнечный свет, кислород. Так, стоп, давайте со светом сначала разберемся. Ну хорошо, есть солнечный свет. Что это значит? Он должен быть фотосинтезом. Ага. Это значит, здесь, в зоне, куда свет проникает, называется такая зона в водной среде, фотическая зона. Так, там возможен фотосинтез.
А это значит, какие растения, вот открытый океан, среди Атлантики, среди Тихого океана. Ну и какие растения там могут жить? Водоросли. Причем в основном одноклеточные водоросли или самые разные другие простейшие фотосинтетики. Отлично. До какой глубины проникают? 200 метров. 200 метров этого хватамонта. Если бы вы занимались дайвингами, то хорошо бы знали, что в наших морях, ну привычных для нас морях, да, белым, черным, красным и так далее, на какой глубине человеческий глаз уже ничего не видит, темно как ночью. 100. Какие 100? На 50 метрах полная темнота. Так? Значит, хорошо. Хватит ли такого количества света, но вообще, если поставить точный прибор-регистратор света, свет там есть, но его просто очень мало. Наши глаза дело воспринимают как ситуацию ночи. Хватит ли такого количества света для фотосинтеза? Нет. У большинства растений не хватает. Правда, есть одна группа, которая довольствуется даже таким мизером. Только это не бурые водоросли, Ванька, а красные водоросли, багрянки. Вот они умудряются жить глубже остальных. Но все равно никогда не глубже 100 метров. 100 метров – это предел. Для нас там это вообще полная темнота. Ну, даже ночью хоть какой-то свет есть на Земле? Да. Ну, хоть чуть-чуть, ну, там, я не знаю, звезды светят, луна светит. Хоть немножко света то есть, да? А вот на глубине 100 метров – полный мрак. То есть ниже этой пленки свет для фотосинтеза недостаточно, растения могут только вот здесь обитать. Отлично. Если здесь растения обитают, ведут фотосинтез, питаться ими можно? Можно. Питаются ими в основном самые разные мелкие водные существа, зоопланктон. А уж зоопланктон, в свою очередь, кто питается? Все остальные рыбы, рыбами питаются ластоногие тюлени, китообразные дельфины и киты, птицы морские и так далее, черепахи. То есть вот мы получили основу жизни в верхних слоях. Хорошо. А где еще в океане есть зона не то чтобы такой высокой, но все-таки ощутимой плотности жизни? На дне. На дне. А чем питаются на дне? Отложениями. Потому что сверху падает. А что сверху падает? Трупики. Трупики. Те, кто живет здесь, рано или поздно умирают? Да. Умирают. В результате через всю эту толщу океана, сверху вниз, постоянно и совершенно не прекращаясь, падает дождь органических остатков. Его называют обычно морской снег. Начало. Почему такое название? Если на глубоководном аппарате, ну, нырнуть там на километр, да, вот здесь повешено, и включить прожектор, то будет полное ощущение, что вы действительно в такой снегопад попали. Луч света выхватывает мелкие частицы, которые медленно и плавно кружаясь, падают на дно. Так? Это остатки погибших организмов. Значит, в результате для всех существ, которые обитают вот здесь, между поверхностью и дном. Морской снег – это единственный источник пищи. Другой еды здесь просто нет. Второй вариант. Пробуют лопать друг друга. Так? Но на каком расстоянии друг от друга эти существа обитают? Ну, на большом. Плотность еды точно невелика. Так что на самом деле основной объем мирового океана безжизненный. Там никто не живет. Так? Ситуация немножко меняется у дна. Дело в том, что ведь весь морской снег падает на дно. Значит, здесь со временем скапливается слой донных осадков, который состоит из органики или из неорганики? Из органики. Из органики. Пользоваться можно? Можно. Можно. И вот здесь возникает сообщество придонных организмов. Скажите, поверхностное и придонное сообщество – это одно и то же или это два разных сообщества? Разных у них, помните определение сообщества? Обитающие на одной территории. Понятно, что территории разные и условия разные.
Это два разных сообщества. Отлично. А скажите, пожалуйста, откуда берут органику представители придомного сообщества? Она на них падает. В результате в придомном сообществе нужны продуценты или нет? Нет. Вот это типичный пример сообщества, обходящегося без продуцентов. Такие сообщества всегда живут за счет какого-то другого сообщества. Да, значит, называться, такие сейчас вспомню, детритная. Вот не до конца разложившаяся органика будет называться детрит. А сообщество, живущее за счет продуцентов, пастбищное сообщество. Верх океана – пастбищное сообщество, дно океана – детритное сообщество. Вот они так связаны друг с другом, оказывается. Ну, на самом деле, в реальных сообществах всегда, ну почти всегда, будут сочетаться элементы того и другого. Из известных вам вариантов удобнее всего работать, конечно, с гидросообществом. Ну, с каким-то там озером, прудом. По какой причине с озером и прудом работать удобнее, чем с лесом? Или с полем, лугом, болотом? Почему удобнее? Скажите, а вы точно можете провести границу леса? Нет. Понятно, что эта штука спорная. Что будет являться признаком границы леса? Последнее дерево, последний куст, расстояние, на которое корни от последнего дерева простираются, или что-то другое. А вот граница, допустим, озера, это вопрос сомнительный, просто решаемый. Кромка воды. Это понятно? Значит, такие сообщества очень легко ограничить. Как только вы получили границу, сразу ясно, с какой командой мы имеем дело. Берем лесное озеро. Ну, вот озеро где-нибудь в лесной полосе Средней России, Средней Европы, неважно, там, в Австрии, в Германии, абсолютно неважно где. Да, на самом деле, не обязательно в Европе, где угодно. Есть лесное озеро, важно в лесу. Так? Не очень глубокое, то есть свет до дна проходит. Ну, я не знаю, там, 10 метров. Нормально. Значит, скажите, сообщество озера будет пастбищным или детритным? Вообще, по идее, должно быть пастбищным и существовать за счет тех растений, которые в этом водоросле растут. В первую очередь за счет водорослей. Согласны? Да. Отлично. А каждую осень в окружающем лесу что происходит? Листопад. Листопад. Значит, листья родились в озере или в наземных сообществах? Листья органику содержат? Содержат. При листопаде листья могут ветром быть занесенные в озеро. Да. В результате появится ли детритная составляющая в озерном сообществе? Органика, которая из другого сообщества перекочевала в озеро. Так, так что в реальных сообществах бывает очень часто и пастбищная, и детритная составляющая. Это слава. Вот. Значит, ну и сегодня первый час полностью, о драконах ни слова, продолжаем в сообществах и стратегиях, потому что без этого к поведению никак нельзя выйти. Поведение – это реальность еще более сложная, чем строение тела. Так, мы с вами с строением тела там возились очень долго, и длинный заход были в разные стороны. А вот уж с поведением совершенно невозможно брать и в лоб решать задачи. Поэтому сначала как следует с сообществами, стратегиями, а уж только после этого с поведением. Хорошо. Значит, растительные участники сообщества на самом деле просто определяют все остальное. Они поставщики пищи. От того, как играются игры среди растительных участников, будет зависеть, ну, возможность жизни и для грибов, и для животных, конечно. Животное вообще полностью зависимо от растительной составляющей.
Так? Ни дышать, ни питаться, ничего другого без растений они просто не могут. Абсолютно. Точка. Поэтому давайте с растительной составляющей разберемся. Итак, начнем с очень простой модели. А, давайте начало что делаем. У нас уже часто появлялось в наших беседах по поводу драконов представление о конкуренции. Одной из очень важных движущих сил эволюции. А скажите, пожалуйста, живые существа между собой всегда и обязательно конкурируют? Всегда и обязательно? Нет. Все со всеми? Нет. Нет, вроде как нет. Так? Кто может, немножко подумав, попробовать сформулировать условия, при выполнении которых начинается конкуренция между живыми существами, а вот если эти условия не выполнены, то никакой конкуренции не будет. Все условия. Все, разумеется. А так, если вы задали половину условий, вы все равно не описали события. Ну давайте попробуем по одному хотя бы. Давай, Алис. Когда два организма нужны одни и те же ресурсы. Отлично, это называется совпадение потребностей. Так, итак, ребята, вот это лучше записать, штука очень важная. Условия возникновения конкуренции. Это в сообществе мы говорим вообще? Еще раз. Это мы говорим про сообщество. Это касается и сообществ тоже, это важнейшая штука. Вот. И эволюция касается. То есть на самом деле представление о конкуренции очень важно в биологии. И с ним надо грамотно работать. Итак, хорошо, первое условие возникновения – совпадение потребностей. Если двум разным организмам нужно одно и то же, то они конкурируют. А если нужно совершенно разные вещи, будут ли они конкурировать? Да. Нет, конечно. Если они не живут не на одной территории, то им нужны одинаковые, ну, может, у них совпадают потребности, но они живут просто очень далеко, тогда они не будут конкурировать. Но это неинтересный случай. Мы же рассматриваем все-таки взаимодействие организмов. Если, например, они себе дом устраивают одного там уже прямо. Ну, борьба за место, территорию. Ну, а это значит одинаковые потребности вместе. Это то, что уже Алиса назвала. Да. Может, мало количества необходимых ресурсов? О, ограниченность ресурса. Второе условие. Ограниченность ресурса. Остановимся подробнее, поскольку важно. Значит, мы все здесь присутствующие представители одного вида Homo sapiens, да? В кислороде нуждаемся? Да. А почему не конкурируем? Достаточно. Отлично. Значит, этот ресурс не ограничен. Поэтому при совпадении наших потребностей конкуренция не возникает. А теперь представьте себе, что у меня возник хитрый гадский план, я притащил много скотча, и залепил в этом классе все дырки. Вентиляционное отверстие, по периметру дверь, все щели на окнах. Буквально минут через 15. Что начнется? Мне снимали кислород. Ага. Нам всем станет очень плохо. А потом я взял и проковырял в скотче маленькую дырочку. Дырочка вот такая есть. Можно после этого точно сказать, где все окажутся. Да. Класс-то большой, да? А тем не менее, все почему-то переместятся именно к этой дырочке. А дальше, предположите, пожалуйста, несколько вариантов развития поведенческих стратегий. Я взял и в нескольких классах, так, провел эту провокационную акцию, и вот у меня несколько разных групп оказались запечатаны. У каждой группы маленькая дырочка, вот совершенно одинаково и однозначно будет строиться поведение во всем группе. Могут быть варианты. Согласны? Да. Ну, давайте посмотрим, какие варианты, прошу. Например, перебьют друг друга. Перебьют друг друга. Агрессивное взаимодействие. Ну, не договорятся. Это, сейчас, секундочку.
Это то, на что обращается в таком российском представлении о борьбе за существование, естественно, отборе, вообще о дарвинской концепции, да, в первую очередь обращают внимание. Ах, какой ужасный дарвинизм, он проповедует всеобщую войну друг с другом. Ну да, бывают агрессивные взаимоотношения, бывают. Договорятся. Договорятся, а вот это уже интереснее. А теперь давайте подумаем. Зачастую у какой группы больше шансов на выживание? У той, которая решает свои конкурентные проблемы за счет агрессии, или у той, которая решает свои проблемы за счет взаимоприемлемых договоров? Взаимоприемлемых договоров. Да. Значит, на самом деле конкуренция вовсе не обязательно должна приводить к агрессии, к прямому мордобою. Да? И это не только у людей. Значит, как называются варианты, на самом деле вызванные тоже конкуренцией? Значит, союзничество. Вот давайте простой пример. Значит, как можно, в принципе, решать поведенческие задачи? Я, допустим, из метро иду на работу в пятнашку, да, от юго-западной до гимназии, через эти дворы. Да? И я имел неосторожность как-то поругаться с местной коптерией, с местными гопниками. И у меня возникла проблема. Мне надо как-то дважды в день проходить через эту территорию. Согласны? Ага. У меня претензии на эту территорию, мне надо пройти. У гопников претензии на эту территорию, они ее контролируют. Столкновение интересов есть? Да. Есть. Отлично. Пути разрешения. Могу, конечно, на прямой конфликт пойти. Я мужик здоровый, боевыми искусствами занимался, проламываюсь сквозь гопников. Раз, второй, третий. Но мне же так работать вообще. Я же годами на такую боевую жизнь. Мне вообще интересно другие совершенно. Да? Какие еще варианты? Как можно решить? Взять. Можно попробовать договориться с гопниками. А можно обойти по-другому? Можно попробовать поискать обходной путь. А можно сделать проще. Можно взять и договориться с гопниками, живущими рядом с гимназией. Так и в этом случае. Чьими проблемами станут все вот эти боевые взаимоотношения? А это уже эти две группировки будут между собой как там выяснять. Да? А я могу спокойно ходить. В данном случае... Какой ход я использовал? Я заключил союзнические отношения. А какая от этого выгода гопника? А я, допустим, обещал им читать лекцию про драконов. Они жутко заинтересовались и сказали, все, вот давай. Да? Значит, вариант союзнический. Вот как в биологии называются взаимовыгодные союзнические отношения разных видов? У крокодила есть птичка, которая... Так как называется этот механизм? У него имя есть. Симбиоз. Симбиозы, конечно. Причем симбиозы разных степеней плотности, разных степеней обязательности, явление исключительно распространенное в природе. Так что, пожалуйста, не считайте, что конкуренция – это всегда мордобой. Конкуренция может приводить и к агрессии, и к возникновению механизмов союзничества. Причем еще очень большой вопрос – что имеет большее значение? Идея-то понятна? Да. Хорошо. Так. И вот теперь можно пойти уже к растительным сообществам. Итак, беру некоторую часть территории. Вот он. Сажаю на нем дубы. Через некоторое время дубы выросли. И получаю я такую картину. На определенной для ней территории. Вопрос. А можно ли на этой территории повысить плотность жизни? То есть увеличить количество живых организмов на единицу территории? Вот за счет дубов можно или нет? Да. Да. То есть еще один дуб можно посадить? Нет. Нет. А почему нет? А корни давать вместо? Места не будет. Места для чего? Для дарвина. Нет, для его ведь
Или деревья. Ну, солнце закроется. Значит, вот эта часть растений называется кромы. А, да. Так? Обратите внимание, кромы духов сомкнулись. Для следующей кромы места вроде как нет. Так? Значит, поэтому количество дубов на этой территории, в принципе, исчерпано. Как можно попробовать увеличить плотность жизни? Значит, во-первых, на этой территории могут вполне успешно расти деревья меньшего размера. А как им солнце будет попадать? Еще раз. Ну, солнце... Скажите, пожалуйста, листья дубов задерживают 100% света? Нет. Не, не 100%. На основную часть. Ага, основную часть, подожди. Вот сейчас мы с этим и будем играть. Игра исключительно важная, особенно для городского тенейджера, который привык считать, что бывают хорошие места и плохие места. И цель жизни – попасть в хорошее место. И не попасть в плохое. Вот сейчас мы и посмотрим, что такое хорошее и плохое. Так, хорошо, посадили деревья, которые под, ниже дубов растут. Отлично. Можно ли еще повысить плотность жизни? Да. Можно. Можно посадить кустарник, который будет вообще ниже этих деревьев. Отлично. А можно еще повысить? Да. Можно. Трава. Не так, прямо на поверхности земли трава. Ну, на самом деле, если говорить всерьез, то еще ниже травы мох, лишайники, грибы и так далее. Хорошо, создаю систему. Обратите внимание на интересную штуку. Вы видите, что растительность разбилась на этажи. Да? Значит, этажи эти, если они образуют сомкнутую систему, называются ярусы в биологии. Ярусы считаются сверху вниз. То есть ботаник и эколог сказал бы, что дубы находятся в первом ярусе. В дубраве, кто может быть во втором ярусе? Второй ярус – это вот эти деревья. Ну, в настоящих дубравах это орешник, в первую очередь, лещина. Березы? Так? Значит, березы редко, скорее уж клен. Так? Широколиственные деревья второго яруса. Могут быть в дубраве. Да? Значит, кустарник, клен, тот же самый орешник, бересклет, да, кустарниковые растения, травы. Ну, для дубра больше всего характерны карксфилозы. Сейчас по-русски, как она, осока волосистая. Так? Значит, есть в основном осоки. Ну, кроме этого, еще некоторое количество разных трав, которые хорошо растут в дубравах. Вот мы получили, соответственно, разные ярусы. Третий, альбо, четвертый. Хорошо. А теперь давайте подумаем, в каком ярусе растениям жить лучше, где условия лучше. В первом, слабо. В нижнем. Смотря для чего. Во. Поэтому вопрос такой, где лучше, где хуже, абсолютно бессмысленный. Это вот для детского сада. Так? Марья Ивановна добрая, а вот Екатерина Федоровна злая. Там хорошо, там плохо. Да? Значит, вот, как анализируется на самом деле ситуация? А просто анализируют конкретные условия, которые есть в каждом месте. Конкретные факторы. Давайте посмотрим, в чем выигрыш первого яруса. Солнце. Очевидный свет. Итак, очевидный вроде бы, подчеркиваю, вроде бы, очевидный плюс первого яруса – изобилие света. Представим себе, что к этому лесу приближается буря или ураган. Какие деревья примут на себя ветровую нагрузку? Это будет первый ярус. А второй ярус, третий, трава страдает? Нет.
А трусовщина страдает. Почему? А потому что сила ветра полностью будет израсходована на что? А вот на это. Вы даже при очень сильном ветре, когда кругом ураган бушует, в середине леса, когда вы на земле стоите, вы какой-нибудь ветер почувствуете? Да не малейший, лес погасил ветер. При этом какой ярус погасил? Первый, конечно. В результате, для того, чтобы вылезти первый ярус, надо уметь сопротивляться ветровой нагрузке. Без этого никуда. Ветровая нагрузка в первом ярусе сильнейшая. Существенный недостаток. А теперь... давайте подумаем вот о чем. Значит, давайте физику вспоминаете. Какими разными путями можно нагреть конкретное физическое тело? То есть передать ему тепло. Теплопроводность. Теплопроводность, прямая теплопроводность. И работа. Да? Работа это что такое? Это когда мы совершаем какое-то действие. Из-за этого мы нагреваем. Так, стоп. Дело в том, что конкретные причины нагревания при совершении любой работы будут сводиться либо к теплопроводности, либо еще к внутренней. А источник? Нет, сейчас. Можно излучение передать тепло? Да. Какой спектр считается в основном переносящим тепло? Какая часть солнечного спектра? Ух, ребят, инфракрасное излучение, тепловой луч. На самом деле, это видимый свет. Как принято называть инфракрасный участок спектра, тепловое излучение. Хорошо, еще один путь. Для жидкости и газа вполне сработает. Да, конвективные потоки, конвекция. Значит, дело в том, что за счет разной плотности участия объемы с разной температурой придут в взаимное движение. И у вас произойдет перемещение, перемешивание. Так? Участок с разной температурой. Отлично, получаем. Значит, день, вот такой жаркий день. Так? Смотрим, от чего зависит температура вот здесь. Или даже вот здесь, вот в этой точке на Земле. Берем вот эти точки. На земную точку возьмем. Излучение сюда достигает? Нет. Да. Здрасте. Значит, кем перехвачена большая часть излучения? Деревья. Каким ярусом? Первый ярус. Перехватил большую часть излучения. Но не все, но большую часть. Так? В результате, значит, хорошо. Дневная температура где будет выше? Вот здесь, на поверхности Земли, или вот здесь, на листьях первого яруса? Дневная температура. На поверхности Земли. На поверхности Земли? Нет, нет. Энергия инфракрасного излучения в основном вот здесь реализуется или вот здесь? Сверху. Сверху, конечно. Листья перехватывают этот поток. Не только света, но и тепла. В результате огромный перегрев днем. Так? А ночью что произойдет? Солнце выпустили? Наоборот, сверху. Сверху вот этот верхний источник нагрева выключили. Так? А у какой среды больше теплоемкость, то есть больше сохраняет тепло? Воздух или земля? Земля. Земля. В результате земля, хотя и не так сильно днем нагрелась, но за ночь она будет очень сильно остывать или нет? Нет, она просто не успеет. В результате, где выше суточный перепад температур? На Земле или в первом ярусе? А вот теперь очень важная штука. На самом деле, за счет естественного отбора, живые организмы могут приспособиться почти ко всему, чему угодно. Есть организмы, которые в серной кислоте живут. Есть организмы, которые живут на кристаллической соли. Есть организмы, которые
живут при температурах выше 100 градусов. Ради бога, нельзя приспособиться только к одному. К чему? К резким изменениям условий. Да? Вот это тяжелейшее испытание для любого живого организма. Да? А есть такой таракан, который приспособился, он ночью замерзает прям льдом, покрывается, так. А днем идет дальше. Верно. Ну, есть... много ли таких тараканов на нашей планете? Ну как? Не знаю. Нет, я имею в виду видов. Не один. Ага. Значит, а почему это такую удобную особенность не получили остальные существа? Ну, они не в таких условиях жили. Ребят, мы потом с вами немножечко поговорим, почему драконы в полярной области не продвинулись. Это когда о разнообразии будем говорить. Было бы очень выгодно получить такие особенности. Скажите, пожалуйста, про полярный день, полярную ночь слышали? Да. Ага, отлично. В субполярных территориях во время полярного дня сколько энергии получает каждый участок, солнечная энергия, получает каждый участок территории? Ну, больше, чем экватор или меньше, чем экватор? Больше. Идет полярный день. Больше. Солнце не заходит. Это понятно? Значит, если научиться существовать в этих условиях, вы на время становитесь царем, богом, там, я не знаю, кем угодно. Вы контролируете огромный поток энергии. Правда, потом на полгода этот поток выключается на ноль. Да? Значит, дело в том, что за такую термоадаптацию, которую вы описывали, у некоторых насекомых есть, реально, очень дорого приходится платить. Чем расплачиваются в своей физиологии и биохимии? Подобные существа. Попозже поговорим с вами. Как косвенно об этом можно догадаться. Стал ли такой адаптивный скачок обычным делом в биосфере? Значит, для большинства не подходит. Значит, связан с какими-то такими изменениями, да, которые невозможны для большинства других живых существ. Да? Так что резкие скачки условий для большинства живых существ эта ситуация крайне неприятная. Итак, важная вещь. Скачки температуры. А еще какой очень важный для растений показатель в первом ярусе крайне неустойчив. Влажность воздуха, совершенно. Ребят, направление ветра может за полчаса поменяться? Да. Отлично. Был влажный ветер, допустим, с Атлантики, и всем было классно. Да? А в это время наступали сухие горячие воздушные массы, откуда на Средней Азии. За полчаса ветер сменился. Да? Что с влажностью вот здесь? Да. Уменьшилось. Причем уменьшилось сразу в разы. Вопрос. А изменится ли так же резко скачком влажность? Нет. Вот здесь? Нет. А откуда здесь влага возьмется? Ветер сухой, он порог воды не держит. Прилетел сухой ветер. Ребят, а любой живой лист, пока он живой, воду испаряет? Да. В результате первый ярус воду испаряет? Да. То, что выше него, эти испарения унесены. Так? А ниже него испарения остаются. В результате второй ярус, тем более третий и четвертый, находится в ситуации иссушающего ветра или не находится? Не находится. Ветер сюда просто не пробивается, да? А влага откуда? Испаренная влага первого яруса. Идея ясна. Так что у первого яруса плюс по свету, света очень много, да? Но огромная ветровая нагрузка, скачки температуры и влажности. Чем ближе к Земле, чем выше номер яруса, тем сильнее меняются эти показатели. Что с количеством света? Уменьшается. А вот ветровая нагрузка? Не сильно. Уменьшается. Скачки температуры и влажности? Уменьшается. Сглаживаются. Да? В результате эти ярусы, эти этажи
занимают растения с разными потребностями. Какие растения полезут в первый ярус? Которым свет надо. Да. Их так и будут называть светолюбивые. Жители первого яруса – светолюбивые формы. Для нормального развития надо очень много света. Чем они платят за высокое количество света? Плата очень тяжелая. Вам просто не приходит в голову. Значит, скажите, пожалуйста, вообще какая самая главная жизненная задача у любого живого организма? Размножиться. Понятно? Если вы успешно размножились, ваш биологический вид дальше существует во времени. А если вы не успешны? Ну все, вид прекратил существование. Давайте посмотрим. За счет большой энергии первый ярус на ход синтезировал огромное количество органики. Ну и на какие задачки он будет эту органику использовать, тратить? На совершенно бессмысленную. На создание сверхмощной подпорки для фотосинтезирующей поверхности. Как мы назовем эту подпорку? Корни. Даже не корни. Корни – это фундамент. Ствол. Кстати, их тоже надо усилить, безумно. Ствол надо и ветви усилить. Так? Значит, 99,9% из того, что на фотосинтезированное, идет на решение не главной задачи, а служебной задачи. Создаем сверхмощную подпорку и выносим огромную площадь фотосинтезирующих пластин, листьев, так, к свету. Синтезируем море органики, которое используем для усиления подпорки и усиления фундамента сверхмощной корневой системы. При этом какие-то малые доли процента мы реально можем потратить на размножение, на образование цветов, семян, плодов. Это понятно? Mm-hmm. Хорошо. Теперь берем вот этих ребят из низких ярусов. Света до них доходит столько же, как до первого, mm-hmm. или нет? Mm-hmm. Намного меньше. Так? Значит, в средних ярусах будут расти теневыносливые растения. Они выносливы к уменьшению количества света, они от этого не погибают. А совсем у Земли будут расти тенелюбивые растения. Вот у этих вообще жестко. Большое количество света их просто убьет, сожжет. Если вы увидели в лесу очень красивый лесной цветок, так, вам он страшно понравился, и вы решили посадить его у себя на участке. Взяли аккуратненько, выкопали и пересадили к себе на садовый участок. Что с ним будет? На следующий день погиб. Что его убьет? Солнце. Лесные растения низких ярусов не выдерживают прямого освещения. Они тенелюбивы. И вот давайте смотрим, как кустарники и трава живут в низких ярусах. Энергии до них доходит мало, энергия перехвачена выше. Так? Интенсивность фотосинтеза не очень велика. В результате органики не очень много строим, но куда ее тратим? Нужен ли в этом ярусе, вот в этом ярусе, вот такой ствол? Нет. Зачем? Здесь вообще ветер бывает? Нет. Не бывает. Для размножения. Ствол без размножения? Нет, мы тратим энергию. Это другое дело. Потому что при помощи ствола размножится много кому удалось. Значит, нет, на самом деле бывает вегетативное размножение. Ну, ветвями, там, побегами и так далее, бывает. Вот. Значит, но здесь возникает какая возможность? Вот эту небольшую долю синтезированной органики в основном не на механические ткани тратим, а как раз на цветы, семена, плоды. В результате что оказывается? Здесь света много, здесь света мало. А если в процентном отношении посмотрим успешность размножения, она будет отличаться? Да, нет. Не будет. Нет. Нет, не будет. Здесь синтезируется море органики, но только очень малый процент идет на размножение. Здесь намного меньше органики синтезируется, но зато больше процент идет на размножение. Так? Значит, а будут ли вот эти растения конкурировать друг с другом, мешать друг другу? Нет. Абсолютно нет. У них разные потребности в свете.
Мы посмотрим, может выйдет конкуренция под землей, конкуренция за воду, минеральные соли. Сейчас увидите. Какой глубины корневая система должна быть у первого? Очень низкая. Зачем? Чтобы удержать ветровое давление. Отлично. А теперь ответьте мне, пожалуйста, откуда вода в колодцах? Подземный. А что такое подземный источник? Как он формируется? Что такое грунтовые воды? Это вода между глазами, которая проскакивает. Только не между, а над водоупором. То есть вот у нас с вами, если мы выкопали яму, мы видели, что значит, на стенке видны разные слои, образующие землю. Вот это, допустим, значит, то есть чернозем, который образовали растения здесь, вот, помимо стен травы и так далее. Дальше идет песочек. Дальше идет, допустим, супесь, песок с примесью глины небольшой. Да? Дальше какой-нибудь галечник. А дальше глина сплошная. Прошел дождик. Так? Вода впитывается в землю. Верхние слои нормально пройдет? Да. А вот глина пройдет? Да. Нет. И стало вот здесь накапливаться. Вот это и будет называться водоносный горизонт. Водоносный горизонт формируется над водоупорными породами, глинами, допустим, ну, либо скальными породами. Так вот, корни деревьев первого яруса, как правило, дорастают до горизонта. А это значит, зависимы ли они от дождика, который идет прямо над этими деревьями? Нет. Совершенно зависимы. Дождик может пройти в 20 километрах, так? А вода в 20 километрах от этого места, впитавшаяся в землю, попадает в горизонт почвенный и по почвенному горизонту стекает, распространяясь вот в большое подземное озеро. Первый ярус получил воду. Как по-вашему, какая глубина корневой системы у самых младших ярусов? Насколько они будут? Совсем настолько. Вопрос, откуда воду получают? Дождь. Дождь. А дождь каждый день? Нет. Нет. Так ведь засохнут от дождя к дождю. Вступай в симбиоз. Пороче чем? С физикой у вас проблемы, народ. И с географией. Про что я... Высасывают ее, да? Откуда? Может, я бы с удовольствием всосал, если бы был бы отсюда. Там же влажность высокая. Влажность чего? Над землей. Влажность чего? Воздуха. Воздуха, отлично. Понятно, что здесь влажность воздуха высокая, над землей. Почему она стала высокой? Листья испарили. Это ясно? Отлично. А что у вас будет с температурой воздуха ночью? Мешаться. Роса? Роса. Точка росы будет пройдена. Поэтому перед каждым утром, что у нас здесь на Земле? Вода. Роса выпала. Так не очень много, зато гарантированно каждое утро. В результате вот этот ярус вообще никакого отношения к дождям или еще чему-то не имеет. Он существует за счет регулярного выпадения росы, конденсата. Так? Теперь берем средние ярусы, вот эти. Существовать за счет конденсата одного не могут, все-таки деревья основательные, а до водоносных горизонтов, как правило, не дорастают. Вот эти ребята уже, конечно, очень зависимы от дождей. Но есть еще одно важное физическое явление, которое позволяет им освободиться от прямого влияния дождика. Значит, если кто не сможет сразу ответить на мой будущий вопрос или не поверит мне на слово, такой эксперимент очень легко прямо сегодня вечером поставить. Вот давайте рассмотрим такую ситуацию. Вы взяли тазик, налили в него воды. Тазик с водой. После этого взяли полотенце. И один краешек полотенца опустили в тазик. А остальное, вот у вас полотенце на стуле выше тазик, да? Просто оно свисает со стула и один краешек в тазу с водой. С утра что вы увидите? Все полотенце мокрое. Каким это образом вода умудрилась снизу вверх пройти? По волокнам. Капиллярные силы.
По физике капиллярные силы проходили или нет? Пока еще не проходили, но пройдете. Дело в том, что очень узкая трубочка, если она из гидрофильного материала, материал хорошо смачиваем водой, да, будет вызывать движение воды вверх по этой трубе. Да? Значит, такая узенькая трубочка называется.